Здравствуйте, товарищи. Продолжаем прохождение Алиншутер Легенда. Начинаем с побочек, как обычно. Сдерживайте нападение чужих до прилета группы поддержки. Ну вот на этом автомате с вампиризмом можно еще держаться, особо не напрягаясь. Хорошо. Отремонтироваться. Но нихера шлем какой. С регенерацией. Это шлем нам нравится. Броня. Тут на 3 всего больше защита. Пусть лучше это с фишкой будет. Шанс выпадения экипировки. Звучит неплохо. Давайте это все разбивать. Это шлем тоже с регенерацией. В
Мобильность он меньше снижает, но защита не такая. Да ладно, все разбивать. Так, что мы тут прокачиваем? Вот эту ветку до конца. Так, дамаг. Дамаг — это хорошо. Дробовик. Дробовик у нас есть. Прям прут и прут, сука. Ящики разбей. Закончили упражнение. Ремонт дорогой, сука. Чё тут по имплантам? Это какая-то модная аптечка, да? Желтенькая. Это зеленая.
Интересно, есть фиолетовая, сука, аптечка. Кладоискатель, доктор. За убийство врагов получаете энергию. Звучит неплохо. Да, блять. 1,71 единица. Не знаю, сколько это, много или мало. Ну, ладно, поставим этот имплант. Все остальное, пожалуй, разбить придется. Уничтожьте металлических пауков.
Хорошо. Починиться чутка. Воу-воу-воу. Защита 3%, дороговизна. Это чисто. Тут немного больше броня, но из фишек просто увеличение стоимости, поэтому лучше я тогда на продажу пущу. Так, это продать 130 тысяч. А почему это до... Минуточка. А, тут тоже дороговизна. Плюс 158%. Вот тогда эти обе продаем. Остальное расхерачиваем. Радиус поражения. Это хорошо. Идем в сюжетную ветку. Продолжаем зачистку инкубатора. Выполнять, сука. У нас мало времени. Без проблем. Вроде с дамагом все в порядке. Здоровые эти отъезжают только в путь. Туда не пройти. Да и нахуй. Надеюсь, та матка была единственная. Не хотелось бы оставлять таких тварей в своем тылу. Как выяснилось, территория базы МЕ-2 простирается на много километров вокруг, соединяясь при помощи сложной сети пещер и тоннелей. Кейт во главе разведывательного отряда отправилась исследовать один из таких тоннелей, но вот уже двое суток у нас нет с ней связи. Блять, только что тут стояло, что ты пиздишь. Срочно отправляйся туда и выясни, в чем дело. Я не могу позволить себе потерять такого командира, как Кейт. Да погоди ты, блять, дай починюсь. Так, это тоже более пиздатое. Желтый энергоблок.
Тогда мы это продадим. Все остальное пустим по пизде. Что тут у вас, блядь? Что за сходняк? Они попиздили туда, в тоннеле. К сожалению, больше я ничего не знаю. Дальше по дороге живет ебанутый старик. Попробуй поговорить с ним. Мне кажется, он много может рассказать про это место. Ты, сука, не поверишь, но после того, как в тоннеле отправились военные, монстры, блядь, заполонили здесь все. Все верно, с ними во главе была баба. Когда повалили монстра, я закрыл ворота на территорию шахт, ключ лежит в сарае. Блять. Как пройти-то туда, ёбаный р... Рот, блять. Такое ощущение, что я хуй выйду отсюда теперь, блядь.
Блять, а почему желтый? Сука, желтый хуже, блядь, чем зеленый. Блять, подбери ты, сука, бабло. Блять, ты подберешь бабло, сука. Да возьми ты, блядь. Впизживаемся. Это ж моя тёлка, нет? Или это не она? Она. Как я рада тебя видеть. Кто-то заблокировал внешние ворота сразу, как мы проникли сюда. Идем, мои пиздюки держатся из последних сил. Так, что тут перегруз, сука? 6,8 килограмм. Да, блядь, большой перегруз. Блядь, вот почему тут оружие весит так много?
Где там эта тёлка? Ты идёшь? Встала и стоит. Так, все это выкидываем к хуям, что некачественное. Там стояла, поссать стеснялась, ждала, пока я отойду. Чё ты тут опять стала? Вовремя вы, ещё чутка и нам пиздец. Похоже, открыв дальние ворота в тоннель, тебе удалось снять блокировку. Уёбываем отсюда. Что значит туда или туда, блядь? Тут я был, сука. Все, не буду я ваши ебаные секреты искать. Клал я фалос вам на лицо. Сколько нашел, столько нашел, блядь. А нашел я 7 из 9, блядь. Я рад, что отряд Кейт снова в строю. Похоже, кто-то сильно не хочет, чтобы мы исследовали эти тоннели. Пиздуем туда. Пиздуем туда, так пиздуем туда. Похоже, из-за наших действий в тоннелях вся местность оказалась под угрозой уничтожения. Да и хуй с ней. Я так считаю. Энергия длин, вот, блять, увеличение радиуса подбора предметов. Охуенно. Тут, сука, здоровье, ужасные раны. Это мне больше нравится. Тем не менее. Поэтому все пускаем по пизде. Так, последняя.
прокачка. Я думаю, больше никакие ветки качать тут не буду. Надо добивать вот эти навыки. Тут получается на семерку все максимальные. Сюда еще вкачивать и вкачивать. Это у нас ветка полностью готова. С ней будем играть. Ебать, тут граната какая. Так, у нас есть рецепт для следующей легендарки. И нам нужен как раз вот такой имплант BY1R5 зеленый. Мы его покупаем. Так, еще я куплю 3 пиздатых гранаты. Эти продадим. Так, что нам еще надо? Нам нужна броня под названием Каустеф 3А. Это шлем. Вот такой. Нам нужен шлем желтый. Такой вот желтый. И фиолетовый Fire Rain. Это вот такой пулемет. Значит, желтый шлем. Фиолетовый пулемет. Я смотрю, тут в магазине есть, по крайней мере, фиолетового качества. Попробуем сейчас перезайти. Так, шо у нас? Ни шлема, ни фаерейна вообще теперь нет. Сука, как же это прекрасно. Так, снова я, блядь, не чувствую ни того, ни другого. Вот фиолетового много, кстати сказать. А вот желтого что-то не видно, качество предметов. Блять, куда они делись, эти Fire Rain? И нужный шлем. Хуйма. Зеленые. Бля, да пизда. Хуйма. Ну ладно, тут вообще желтого не появляется, но вот это не считается. Это не снаряжение желтое. Ладно, тогда попиздили тогда. Так, я починился. Это положить в заначечку. Мне рецепт этот выдаст кто-нибудь. Я прекрасно представляю, чем мы займемся, женщина. Не переживай за это. Я тебе все покажу. Так, это толкаш тут, да? У него нет рецепта. Чё там он сказал, блядь? Попивали чай на крылечке. Да и хуй с вами. Так, блядь. Почему камера перестала двигаться? Ёбаный насос. Поехали. Дробовик.
Давайте вас сюда. Так, что-то я Ивана не вижу. Опять давно его не было. За хуйню собираю, блядь. Да, блядь, хорош застревать. Блять, ты подберешь, сука, ты в рот. За нахуй.
Ремонт. Что это за мега пиздатая хуйня? Ладно, хуй с ним, все разбивать. Так, вот это интересная пушка. Надо попробовать. Так, 2300, у меня это тоже 2300. Ладно, может, заценим. Пистолет ебучий. Так что?
Ну да. Дробовик, сука. Охуенно. Если бы мне что-нибудь объяснил бы, почему он сдох, блядь. У меня по дробовику еще закрывать и закрывать. Хуярим дамаг. Да, блядь, опять дробовик.
Что это за херня, которая еще пизже по эффективности? Броня, блядь, 240. Внимание, наш лагерь атакован. Все, блядь, на позиции. Если честно, когда я пробовал заменить тебя кем-то из своего отряда, никто не вернулся живым. Да ладно тебе. Главное в армии — это, блядь, дисциплина. Солдат, твой боевой товарищ, эксперт по оружию, просил передать все найденные моими бойцами картриджи для преобразователя тебе лично в руки. Мне был доставлен такой из комбинации из превосходного FireRain R350, качественного Caust F3A и обычного импланта. Это все боец свободен. Так, имплант мы купили, а вот шлем и FireRain фиолетовые в магазине хуй есть. Я даже грубее скажу, их тут нет. Наверное, еще не время для праздника, но у меня сегодня день рождения. Даже, сука, не вздумай дарить мне подарки. Я вас понял. Как это мило, блядь. Может, ей надо было букет собирать не из цветов, а из отрезанных хуёв монстров. Ожерелье какое-нибудь там. Из яиц, блядь. Серьги, блядь, из лапок. Этих хуёвин.
Я же предупреждала, блядь, не нужно никаких подарков. Какой огромный букет, как красиво. Спасибо тебе. Чё, потекла уже? Ну, баба, блядь. Дрон. Заменим, блядь, дрон. Исследовав тоннели, разведчики обнаружили еще один подземный корпус базы МЕ-2. Как и следовало ожидать, он полностью заполнен монстрами. Твоя задача — отправиться туда, зачистить территорию и собрать любую документацию, оставшуюся на компьютерах. Блять, ебаные роботы. С этими жопами, блять, позакрыли все. Хуй прост... Да что за хуета, блядь? Можно мне сообщение, блядь, под руку не выводить? Ебать вас в жопы, блядь. Ярит, блядь. Хорошо. Блять, что ж ты так собираешь по-пидорски это все?
Возвращайся на базу, надеюсь, техники смогут это расшифровать. Да ёбаный, блядь. Нормально. Дома хорошие, выживаемость. Вроде с этим автоматом ничего. В общем, пока ни на что не жалуемся. Единственное, подбирает он все хуево. Надо признать, немногие смогли бы уцелеть в этом аду. Перебазируемся в освобожденный корпус, нужно продолжить исследование на месте. До меня дошли слухи о тебе, Скейт. Надеюсь, это не помешает работе. А чё, блять, у меня Скейт? В лабораториях до сих пор неспокойно. Зачисти остатки монстров, чтобы инженеры спокойно делали свое дело. Да погоди ты, блять! Дай-ка мне починиться. Огнемет. Так, попытка номер следующая. Найти то, что нам надо. Fire Rain. Вот такой нужен фиолетовый. А я вот тут пока не вижу ни хера, ни фиолетового, ни желтого в этом ёбаном. Ну желтое, ладно, вижу, пизжу. Так, где тут все теперь, блять? Домах, сука. Так, ну чё, попробуем зайти, выйти. Видим хуй. Так, видим фаллос. Видим член. Видим большой член. Видим маленький член. Видим член в жопе, блядь. Видим жопу на члене, блядь. Видим хуй. Она в пизду, продолжаем как есть.
Хорошо. Хорошо, блядь. 3900. Этого радиус маленький. Надо попробовать, ладно. Как это себя будет вести? Так, 278. Давайте все-таки наденем броню. Так, это все разбивать. Так, я ремонтировался, да. Чё-то я не вижу Ивана, блядь. Где наш друг Иван? Да, блядь, можно не застревать, хуй знает где, блядь.
Да подбери ты, блядь! Так, не сюда. Разбиваем все к хуям. Так, давайте скорость 264, ща 268. Все, побочки кончились. В лабораториях до сих пор неспокойно. Зачисти остатки монстров, чтобы инженеры спокойно делали свое дело. Дробовик. Вы заебали, а? Что это было, блядь? Мне пришлось гранату метнуть. Блять, если так будет, я хуй убью из дробовика сколько надо. У меня пиздец, гранат нет. А, ну тут, да тут и все, блять. Значит, в жопу. Похоже, ты стал любимчиком у нашего полковника. Подойди к нему, он снова просил твоей помощи. Так, блять. А, это разные пушки. А ты думал, почему 3900, а у фиолетовой 2500? Заморозка ужасной раны, вампиризм. Какой охуенный набор. Скажу я. Датчики движения дальше по коридору засекли подозрительную активность. Похоже, у нас гости. К турели, блядь. Да куда, блядь, вышел, сука? Блядь, отойди ты назад, тебе что там жить надоело?
И ты хочешь сдохнуть и мне задание обоссать. А ты чё в стену ебошишь, дебил, блядь? Благодарю за службу, теперь можешь заняться своими делами. Наши исследователи закончили изучение данных этого сектора базы. Оказалось, что капсулы соединяются с пещерами инкубатора, поставляя туда питающую жидкость, используемую в производстве некоторых типов монстров. Нужно остановить этот производственный цикл, прежде чем отправиться дальше. Иди в лабораторию и разнеси там все к хуям. Вот это я понимаю разговор. Так, тут все взято, то что надо. Блять, откуда у вас столько пидоров? Да как ты, блять, на гранату переключаешься? Как это работает, ёбаный, блять, рот? Ну ладно, метни ее, так и быть.
Я смотрю, тебя тянет на это говно. Дрон сдох. Блять, из какой пизды они тут вылезли, блять, сзади? Там какие-то секреты надо было искать. Шли вы нахуй. Продвигаемся дальше. Надеюсь, эта база раскрыла нам не все свои тайны. Уёбываем. Здесь тихо. Похоже, нам удалось остановить производство монстров в этом районе. Займись своими делами, пока разведчики следуют местность. В полный рост, блять. Мне надо пару гранат. Так, ремонтнемся. Так. Положить заначку. Что это за пиздата пушка? Поджог рикошет вампиризм. Это все охуенно. Так, разберем это к хуям, пожалуй. Дайте силу вкачаем. Запомним, скорость 268. Сейчас скорость тоже 268. Значит, блять, уже... Вот это минус 17 уже не работало. Ну да похуй. Так, чё у нас по магазину с нужными нам прибамбасами?
Я не вижу ни фаерейна, ни нужного шлема правильного качества. Попробуем тут зайти-выйти. Фаерейн желтый нужен, сука. Так, вот этот Кауст F3A проверяем. Нужен, да, желтый шлем. Мы покупаем желтый шлем. И, я так понял, опять нужно войти-выйти, пока не будет фаерейна фиолетового. Ибо нам он прям нужен. Нет, это не то. Это, блядь, атом какой-то. Хуй. Хуй. Вот она. FireRaynate R350. Дорогой, сука. Хорошо, что денежки про запас я оставил. Дайте крафтить новую пушку. Нам нужен вот этот имплант еще. Так, имплант. Шлем. FireRayn. Надеюсь, все правильно. Легендарочка. Да. 6G30, блять, какая-то эффективность 400, вот это дело. Рикошет, это гранатомет, что ли? Гранатомет? Надеюсь. Так, это разбить можно. Мне вот этот нравится, энергетическая хуета, в принципе. Так, блять, да, забрать его надо. Забрать, не забыть. Он пойдет основным, а этот вспомогательным. Так, из легендарных навыков тут рикошет только какой-то. Шанс рикошет пули в случайном направлении. Почему пули, когда у нас по радиусу взрыва, это однозначно гранатомет. Ладно, в тех миссиях, в которых не будет задания на конкретный тип оружия, вот так пока будем выходить. Хуярим из гранатомета, при просадках по здоровью берем автомат, вампиризмом хилимся и так далее. Тогда мы, тогда мы. Вот это разбираем. Так, и судя по, осталось еще две легендарки в этой игре. Нужен какой-то пистолет Коракс. Я тут его не видел ни разу. Броня. Желтая. Которую я тоже не видел. И дрон определенный. Вот нужен УАВ. Только X80 Sparrow. Sparrow это воробей, да? Джек Sparrow, Джек Воробей. Нужен, короче, другой дрон, которых тоже пока нет, то есть это будет потом. И последняя легендарка создается из имеющихся легендарок. Нужно будет М16 расхуярить. Вот эту. Потом вот этот МП, М16, еще одна легендарка. ВСС, я так понял, это которой у нас пока нет еще. Ну ладно, так что игра пока еще будет продолжаться. Конца пока особо не видно, но явно за середину мы перевалили уже. Предположим, что 3/4 игры ориентировочно у нас пройдено. Ну что, мы продолжим в следующий раз. На сегодня все. Спасибо за просмотр.